Так, ну мы тут дела поделали, теперь у нас дела на выезде. Стоим на светофоре, а вообще едем в банк забрать карты. Наши там уже к концу начали подходить. Хотя нет, они начали к концу подходить, просто мы там в банк заезжали, и нам сказали, что наши карты уже морально устарели. Уже 100 тысяч лет такие не выпускают. Хотя очень странно, мы не так уж и давно их делали. Вот так тебе кажется, просто года так летят быстро. Мы просто сменить раз. Ну, типа, система миль, как они там начислялись, мы там, у нас там мили, да, мы по ним даже в Москву ездили за эти мили, как-то раз накопили. Лет за 5. Вот. Ну, и типа, система миль это устарела, и теперь другая. И это скоро вообще работать перестанет, поэтому мы сменили карты. Теперь у нас travel, специальная карточка. Да, travel. Типа, там быстрее как-то должны мили копиться затраты. Ну, посмотрим, они... Да, они всегда рассказывают дела, хорошо. Да, всегда все быстро копится, но... Ну, в общем, поедем сейчас забирать. Поедем. Вот такая вот интересная или нет информация, ну вот. Ну, это наша жизнь. Это да, наша едем жизнь. В банк. Да. Ой, мы мчим, срочно мчим на фильм. Да. Стриптизерши. Да не, просто это дело не в этом, да. Это ближайший фильм на 4 часа. А время сколько? 4 минут. С 4 минуты, ну плюс реклама, там 10 минут обычно идет. Ну и мы как бы рядом с кинотеатром, поэтому мы решили. Мы рядом с кинотеатром получили карточки. Ну, банковские карточки. Travel. Я получила travel, теперь буду копить клевые мили, ага, чтобы потом их использовать. Так что вот, мчим на фильм, надеюсь, нормальный. Название, конечно, у него такое своеобразное. Ну, там Дженнифер Лопес снимает. Да вообще, как это произошло? Мы поехали по делам, а потом вдруг подумали, блин, ну надо отдохнуть. Вот вчера мы в 2 часа... Ночи. 30 минут, 2:30 мы вчера легли спать, закончили, да, там делать дела. А дел хватает, но мы почему-то вот все-таки надо отдохнуть, решили надо отдохнуть. Да, вот надо отдохнуть, и мы едем вот отдохнуть. Внезапно такие, держи ты, что такая, будем делать? Чтобы я говорю, покрасовалась. А, я говорю, давай в кино, мы рядом с кинотеатром, посмотрели в телефон, ближайший сеанс, и вот на него едем. Стриптизерши, так стриптизерши. Как бы название такое, ну по описанию вроде ничего там, кто-то кому-то что-то там мстит, там что-то такое. Интересное кино должно быть. Интересное кино. Ладно, расскажем потом, интересно там было или нет. Так, ну мы в кинотеатре. У нас 6-й ряд, места 7. И 8. 6-й ряд, 7-й, 8-й место. Да, 6-й ряд. Без разницы, мне кажется. Пойдем. Это 9-й, по-моему. Да, 6-й. Кинокомпания Gloria Sanchez Productions. Основана на реальной истории. Ну все, мы вышли с кинотеатра. Сходили на фильмец. Как тебе? Да нормальное кино. Ну такой. Ну да, такой нормальный фильм. Да. Не что-то там, но. Да, шедевральный такой, что вот это я буду пересматривать. Да-да-да. Мы вообще комедии в основном смотрим, любим. Здесь такой просто фильм про жизнь. В данном случае про жизнь стриптизерш. Непростую. Ну ладно, что кино. В кино сходили, все, сейчас поедем детей забирать. Сейчас, да. Одну из садика, от другого, от бабушки с дедушкой. На завтра. Улице холодно. Ух, вообще дубак. Вышли прямо. Вообще, прям как неожиданно. До сих пор потряхивает. Включили себе подогреть. Одно место. Одно место. Чтобы согреться. Ну вот как-то так, сейчас еще найдем какую-нибудь зону интересную для фото. Промзона нас ждет вообще. Да, просто поедем его промзоны, потому искать-то особо не приходится. Сфотаться можно только на промзоне. Ну вот как-то так, мчим. Мое любимое слово. Шикарно. Шикарно. Я все время мчу. Если вы еще не смотрели рум-туры, то там будет много слова шикарно. Да иди ты. Все, ладно, короче. Еще и короче. Ну. Ну, как-то так. Ну что, как там кадрики? Ну, вот что-то на вот этих не очень, а так вообще нормально. Нормально.
Ну, есть из чего, я думаю. Есть выбрать. Из чего повыбирать. Что, в Инстаграм разместить, да? Так что все в Инстаграм. Фотосессия на промзоне, да? Да-да-да-да-да. Просто проезжаешь мимо промзоны, остановись и сфотографируйся. Тут прям локация на локации. Да, там лестница, тут машина заброшена, тут вот по кочкам едем. Да-да-да. Лужа гигантская. Может, сейчас еще что увидим? Там, мне кажется, хватит, нет? Ну ладно, поехали. Поехали. Ну, мы, как всегда, разъезжаемся по разным сторонам. Таня за Максом на дачу, а я за Викой в садик. Все. Вечерняя процедура. Не каждый день, конечно, Макс у нас не каждый день берут на дачу, потому что сил он требует и внимания к себе очень много. Но так, 2-3 раза в недельку иногда берут мои родители. Тут по двору, потом в кадр не смотрю, потому что все заставлено. Ладно, надо ехать рулить.